Здравствуйте, друзья! Меня зовут Агеев Юрий, и в этом видео я вам покажу одну интересную штуку. Она называется «Танец чая». Для этого нам понадобится кружка, желательно прозрачная, ложка иван чая, так, думаю, вот так вот вам видно будет. Немного сюда. Вот так. И горячая вода. А теперь наблюдаем. Я тут больше не понадоблюсь. Чтобы понять, что иван-чай заварился, это нужно дождаться, когда гранулы все потонут. Они сейчас периодически будут тонуть и снова всплывать. Снова тонуть и снова всплывать. И это я называю танец чая. И за этим очень интересно. Ладно, не интересно. Необычно. Очень необычно за этим наблюдать. Умиротворяющие, не правда ли? Если наблюдать за какой-то чаинкой, то видно, что она, ну, гранулы вот этой крупные листьев, видно, что она как бы напитывает влаги, тонет, потом почему-то у нее образуется пузырек воздуха внутри, и она снова всплывает. Она оставляет этот пузырек сверху, потом снова тонет. И так происходит несколько раз. Пока все листочки не раскроются и не выпустят весь свой воздух. Мне нравится за этим наблюдать. Все-таки иван-чай — это довольно необычная штука, непростая. Думаю, вы это уже заметили. Да. Вот такая вот штука. Ладно, пока-пока.